Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 13 апреля 2023 года. Поздравляю вас всех с наступающей Пасхой, которая будет у нас в воскресенье. Сегодня чистый четверг, но у нас чистая среда вчера была. Мы тут начищали, все украшали и подготавливали для переезда наших кроликов. Это бароновский туалет тут выставлен. Здесь все вот необходимое я себе приспособки, там кормушки запасные, совочки, чтобы чистить кроликов, поилки пока вот не нашла, бутылки удобные, боюсь, будет подтекать, поставила на всякий случай контейнеры на подтекание, сено, комбикорма, все принесла. Дальше будем расселять просто все, что вчера успели. Расселили кроликов, и сегодня просто будут еще клетки, будут по-другому расселены кролики. На сегодняшний момент это вот такой минимум, который мы успели сделать за вчера. Комбикорма у нас в такой бункерной кормушке. Сено для малышей в двух сенниках. Сегодня у нас, значит, 13 апреля, месяц малышам Ириски. И поздравляем малышей с днем рождения. Первый раз предлагаем сочную пищу, потому что до месяца я им не давала никакую морковку, никакую капусту. Вот сегодня первый день в честь дня рождения. А у нас случилась такая ситуация, что вот этот серый кроличек был у нас в резерве. Его хотели забрать 11 числа. Но у него к месяцу упали ушки, так же, как у того кроличка, которого я решила себе оставить, вот этого серого полосатого. И нам сказали, что барашка они не хотят, серенького вот этого дымчатого. Вот. Забрали у нас крольчонка, который был орликинчик темненький самый. Рыженький вот этот зайчик, он был у нас тоже в резерве. Но к моменту, когда надо было отдавать кроличка хозяевам, сказали, что у них съемная квартира, им хозяин все-таки не разрешил, они очень уговаривали, надеялись. Поэтому рыжик у нас тоже остается в продаже. Значит, смотрите, у меня вот тут у зайца упало ушко. Мы будем смотреть, вот сегодня приедет муж и малыша месяц, посмотрю. Возможно, уже понятно, кто у нас мальчик, кто у нас девочка. Если это все-таки окажется у нас мальчик, то я еще буду думать, оставлять себе или выставлять на продажу. Ну и вот эта вот зайка пока тоже остается с нами. Снимаю, дорогие друзья, на старую камеру, потому что в момент уборки у меня вчера утопили мы телефон на этой камере, на старой. Качество хуже, но муж сегодня повез камеру в ремонт. И надеюсь, как нам отремонтируют, качество видео улучшится. Зато на этом, на старой видеокамере качество ниже, но скорость загрузки быстрее. Возможно, я смогу поснимать вам больше видео. Вот. И, собственно говоря, сегодня чистый четверг, займусь сейчас уборкой, а затем буду готовить куличи, пасхи, все как обычно, все как все делают. И потом расскажу, что у меня из этого получилось. Могу еще показать немножко кроличков, просто у меня эта камера мигает, аккумулятор тут был старый, я вроде покупала новый, надо все искать. В общем, совершенно неожиданно вчера в момент уборки тут и переселения зайцев и все, всех этих дел, упала камера в ведро с водой. В общем, полностью она утонула у нас в ведре с водой. Вот такая вот неприятность. Моя новая камера Lumix. Поэтому на старую камеру поснимаю, что смогу. Если резко будет прерываться, это неполадки старой камеры, из-за чего я, собственно, ее и меняла. Она бывает выключается моментально, не пойми от чего. И, к сожалению, даже бывает запись не сохраняется. Вот это самое обидное. Мало того, что она останавливается, еще и запись не сохраняется. Зайцы тут не очень еще освоились. И, в общем-то, оставлю их сейчас в покое. Думаю, увидимся с зайцами чуть позже. В дальнейшем у меня есть желание переселить их вообще в где вольер, где фазаны, то есть на улицу. Не в свободном выгуле, а тоже в вольере и в клеточках. Вот, там все-таки воздух, клеток у нас много. Нам просто надо все принести, отмыть. Вот вчера этим занимались весь день. И, к сожалению, вот так печально закончился денечек. Утопили камеру. Здесь у нас удобные вот эти вот поилочки. Вот, так что пойду заниматься уборкой и приготовлением куличей. Хлебушек хочу испечь. У меня новая печь.
новая блинница, электроблинница погружная. Вот хочу наделать вкусняшек и поделиться с вами, что у меня из этого получилось. Если вам интересно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марины Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!